В начале апреля нынешнего года вдовец Валентина Легкоступовой неожиданно для подписчиков объявил о своей свадьбе. Однако счастливый влюбленный решил не раскрывать имя своей новой избранницы. Тем не менее, в личном блоге в социальной сети начали появляться фотографии его новой супруги. Знаменитый вдовец Юрий Фирсов тайно женился, но молодую супругу пока не представил широкой публике. Однако фото блондинки, очень похожей внешне на Валентину Легкоступову, регулярно мелькают в его личном блоге. Рядом с ней 60-летний Юрий Викторович выглядит помолодевшим и явно счастливым. В настоящее время ничего не известно о профессии или занятиях новой жены Юрия Фирсова, но возможно, что он поделится этой информацией со своей аудиторией в ближайшее время. А вот колоссальное сходство с покойной Легкоступовой многие фолловеры уже заметили и поражены. Как признался сам яхтсмен, конечно, Валя останется в моей памяти навсегда. Но надо продолжать жить. Ранее сообщалось, что после кончины Валентины Легкоступовой вдовец Юрий Фирсов спивается в ее квартире.